Меня зовут Каратаева Полина, я приехала из Самарской области. Это мои первые всероссийские соревнования, и я очень рада, что я смогла себя показать. Мне очень нравится конюшня Maxima Stables. Это лучшая конюшня, в которой я когда-либо была. Соперники здесь очень достойные, очень сильные, и я рада, что я на их уровне.